Что вы думаете о феминизме? О чем? Феминизме. В чем? Не понял. Феминизм – это движение за права женщин. Мы, женщины, не обижаем своих. Ну, единственное, что им в алтарь только нельзя заходить. Вот. А так они во всем участвуют активно, в приходской жизни. Пожалуйста, приходите, реализуйте себя. Можно прийти, поучаствовать, в свои труды положить в трапезной. Допустим, вот яблочки порезать там, допустим, там виноград там, пополоть на огороде, там убраться, подмести. Это же не запрещается. Правильно, молодец, полностью поддерживаю. Я тоже не понимаю, зачем женщинам вообще что-либо запрещать. Захотела постирать, пускай стирает. Захотела погладить, пускай гладит. Захотела приготовить, пускай готовит. Друзья мои, не забывайте, женщина – это человек. Не запрещайте ей.